Всем здорова, друзья, с вами Валерий, мы продолжаем проходить Resident Evil Код Вероника. Вот, сейчас отправимся продолжать поиски дверей для серебряного ключа. Один, я так помню, по-моему, находится, так, находится, по-моему, он... Погоди. Что-то я не помню. Где он находится? Так, здесь мы уже открыли. Где-то, наверное, здесь. Погоди. Наверное, здесь, да, где-то. Кстати, у нас же есть еще отмычка. Так, закрыто серебряный ключевод. Больше не нужен, выбросить. Все, освободили место. Отлично. У нас еще есть отмычка, надо открыть, короче, эти кейс. Чуть попозже сделаем. О нет! О нет! О нет! Их тут двое, блин. Твою мать! Один готов. Сдох? Это жестко, блин. По два таких громилы, это пипец, это просто, это... Как так-то? О, смотри, там еще один. Герб. А, изображение глиняной вазы. Окей. Так, здесь какая-то записуля. Отчет Ханка. Ханк. О, помните, да, Ханк? Внимание, мистер Альфред Ашвард, глава предприятия. Сегодня в 16:32 я прибыл с транспортной базы Umbrella. С капсулой мутанта, что ли? Да, с капсулой мутанта. Повышенное внимание при доставке, полное 108. Так, вывели состояние зеленое в соответствии со стандартами. Его временно заморозили. Одной вещи я не понимаю. Мы договорились о специальной операции. Зачем нам приказали привезти замороженную капсулу? Я понимаю, что это сверхсекретно, но без знания содержимого мы ставим нашу безопасность под угрозу. Это очень важное содержимое, опасно. Мы бы хотели попросить снабдить нам более конкретные, последуют ли такие операции в будущем. Я все еще помню старые добрые, которые я проводил в военном центре, ничего не изменилось. Добрые времена. Мы приступаем к миссии сегодня в 23:00. Спецназ Umbrella NPX. Ханк, да, помните такого чувака, короче, в этом противогазе. Вот, во второй части есть дополнительные специальные, как бы, миссии про, ну, про него, короче. Это типа спецназовец Umbrella. Так, слайд-проектор, он не работает. Окей. Слайд-проектор не работает. Так, патроны. Патроны, это хорошо. Забираем еще одну. Штукенцию, короче. Надо куда-то вставить. Ну, куда ее вставлять? А! Чуть туплю-то. Орел в дупле. Помните, да? Надо будет возвращаться на... Так, а это что валяется? Что не берется? Так, ладно. Это, наверное, вставлять надо будет... Хотя... Погоди, хотя...
Хотя. Так, а здесь у нас закрыто, здесь золотой крест. Понятно. Здесь у нас что в этой комнате? А, понятно, здесь мы всякую дичь творили. Уже сотворили здесь всякую дичь, короче. Так. Герб нам надо вставлять, видите, либо можно попробовать в комнату, где мы брали первый герб, поставить, либо в самое начало возвращаться и ставить там. Так. Но для начала, наверное, я сбегаю, возьму аптечку. И, наверное, откроем сейчас кейс. Да. Откроем кейс, короче. И отправимся проверять эти два места с гербом. Так. Кейс. Я так полагаю, тут у нас... В смысле? Посмотреть. Да, я так и думал. Отлично. Отлично, можно еще здесь патрончиков сделать. Там у нас на пути два ублюдка. Будет. Длинноруких, короче. Два ублюдка будут сейчас на пути. В принципе, их можно будет загасить. А, погоди, я аптечку не взял. Или я взял? Хрен. Как всегда, в своем репертуаре, блин. Память как у рыбы. 3 секунды. Либо их, вот эти, которые сейчас на пути будут там, либо их просто пробежать, попробовать. Что будет чревать? Пробежать или сразиться? Как бы вы поступили? Пишите в комментариях. Так, по-моему, первая у нас на заводе, да, комната? Блин, можно было бы как-нибудь, не знаю, обрезать? Блин, ты чё? Нет. Готов. Блин, я один мимо патрон быстро. Ну ладно. Зато мы очистили себе путь. Я надеюсь, этих тварей больше здесь не будет. Так, а здесь у нас червяк. С червяком смысла нет сражаться. Так что? Погоди. Серебро в свете. Серебро в свете. Допустим. Окей. А, погоди, надо было дальше бежать, да? А, или все правильно, все правильно. Все отлично. Так. Погоди. Надо вспомнить. Здесь.
по-моему. Вот здесь в этой, да? А, нет. Нет. Напутал. Блин, я заблудился, я вообще что-то. Я забыл, где какие комнаты находятся. Так, ладно. У нас тут еще открытый обходной путь. Можно, короче, через собак не пробегать. Сейчас пробежим. Ничего не осталось. Надо. Сейчас на каком вообще этаже? 2F. Вот сюда. Правильно же, да? Погоди. Или нет? Нет. Черта, неправильно. Так, попробуем здесь поставить. А. Это доказательство, что картина висела здесь. А где выемка? Где же была выемка, по-моему, да? Нет? Окей, ладно. Значит, двигаемся, короче, в это самое начало. Так, самое начало у нас. Значит, не так. Значит, не так. Не, так все. Так. Мимо собак опять. Ей-ей-ей-ей, проклятые собаки. Тогда двигаемся на самое начало. Больше, в принципе, нам некуда сейчас двигаться. Орел в дупле у нас в начале. Где это? Как ее называют? Голову, которая отпиливает. Отрубает. Момент, короче, по-моему, вот здесь вот на этом мосту опять должны будут вылезти, короче, с длинными руками вот эти вот рыбки желтые. Пошел. Так, погоди. А, нет, вот сюда.
Все отлично, здесь собаки сейчас. Тоже надо добежать. Но они вроде как, когда заходишь, они, по-моему, спят. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Она лежит. Вечно прибегаю в эту дверь мимо. Так, окей. Блин, зомби появились. Раз зомби появились, значит, мы правильно идем. Так, готов. Готов. Погоди, давай перезарядим. Так, их двое? Их двое, походу, да, было все. Так, хорошо, вот здесь вот. Окей. Все четко. Па-па-па-па-па-па-па, ничего не четко. Сколько их? Двое всего было. Блин, оказалось, как будто их там орда целая. Патроны все меньше и меньше, ладно. Пошли вон. Ага. А, это бочка. Я думаю, на кого она целится? Вроде никто не шумит, она от кого-то целится. Допустим. Так, аптечка. Аптечка — это хорошо. Так, тут дверца. Тут дверца. Окей, давай-ка. Зайдем сюда. Заглянем в старушку. А, здесь химики с незнакомыми именами. Патроны возьми, какие нахер химики. Так. Спрей. Казалось, он был анатомирован. Он не дышит. Сумку оставили здесь. Сумку оставили. О, смотрите, камера-то на сумку. Это, короче, этот пакет для трупа, да? Смотри, видели, да? Камера так на него. А, здесь сваленные сумки. Окей, пойдем. Здесь что у нас? Так просто камера-то на него выпадает. Так, ладно. Заметки анатома. В меня вселился демон. Я не могу контролировать дикие импульсы, которые демон заставляет меня совершать. Это жестокая церемония по одну сторону с дьяволом, наблюдая людей, бьющихся в агонии и кричащих от боли, когда они умирают. Но сэр Альфред достаточно добр, он предоставил мне все нужные средства, препараты и оборудование для опытов. Я не должен подвести сэра Альфреда, это специально. Никто не узнает про это место, только мы знаем о нем. Я клянусь, основы медицины будут держаться в секрете. Конечно, я ношу ключ с собой все время, если даже посторонний увидит его, он ни за что не догадается, что это ключ. А я должен по... Чё там, по-моему? Моя жизнь кончится с потерей доверия сэра Альфреда. Короче, ключ у него всегда с собой, но непонятно, так заработанная модель тела человека, что-то не хватает.
Да, смотрите, глаз, видите, выделяется, не хватает. Короче, ключ у этого атома, анатома всегда с собой. Если он потеряет, короче, он потеряет доверие Альфа, да. Ну не зря же, да? Вот, камера опустилась. Сейчас вылезет там, да, кто-нибудь. Воу-воу-воу-воу-воу! Какой-то резвый, 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 я понял. Понял, что это такое страшное. Быстрей! Сколько? Блин. Да куда ты целишься-то, дура? Все, убил всех. Боже. Автоприцел, блин, хорошо, но иногда это пипец. Просто. Так, можно сделать аптечку. Какая-то комната пыток, что ли, надежная цепь с наручниками на конце. Да, какая-то, не знаю, что это. Какой-то крематорий какой-то, да? Это колья просто стоят. Стул странной формы. Непонятно вообще, что здесь происходило, короче. Так, смотри. Кейс. Ого! Видал, видал, улучшенная часть М93П была внутри. Вот это ништячок. Годи-ка. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ружье заказное. М93П взрыв. Это М93П, снабженный запасом. Может стрелять тремя пулями подряд. Вот это ништяк, вот это круто. Видали, да? Видали, да? Странные приборы. Неплохо, так неплохо. Причем апгрейдили, короче, пушку вообще в другом месте, не там, где стол вот этот. Который мы находили. Так, тут у нас, короче, сейчас кто-то вылез. Ну, сейчас мы крутой пушкой-то, сейчас мы его укокошим. Как пить дать. Нам не страшны какие-то там. Чё за звуки? А, это зомби. Второй встал. Жесть какой он. Да куда ты на него-то прешь, а, дура? Хера они такие живучие. Вот это да, резвый. Резвый чувак. Просто. Возьми стеклянный глаз. Вот этого глаза не хватает. А, вот, короче, ключ. Глазик. Такой кровавленный. Модель глаза из стекла. Погоди, а здесь нет ничего. Ящик тоже ничего не дает. Ладно, давай ставим глаз. Что-то нам сейчас должно тут. О! Потайной ход. Просто
Сейчас посмотрим, что за тайну этот она там тут хранил. Так, щеточка. Тут еще мыши. Без резких движений. Это комната пыток, да, опять? Блин, патроны пистолета кончились. Лежат. Блин, быстро, да? Быстро кончаются патроны, короче, от пистолета. Сколько у нас было их? Теперь вообще... Нет, ни черта. Так, здесь реально какая-то комната пыток, вообще кровище, смотрите. Изображение странных предметов. Кажется, это старая мельница. Мельница? Для чего этот прибор? Я не хочу даже знать, для чего этот прибор. Так, стрелы. Стрелы. Окей, давай комбинируем, короче. Так, берем стрелы. По-любому надо будет аптечку есть, потому что плотный занавес. Потому что я думаю, мы что-то возьмем по-любому здесь. Что-то нужное. Чё это? Меч? Каменная статуя держит ржавый меч. Где это ржавый меч? Не можете брать предметы. Окей. Так. А, понятно. Понятно, короче, стандартная фишка. Стандартная фишка в этом, в Резиденте, короче. Берешь предмет, и ловушка срабатывает. Так, а меч, походу, вон туда надо сейчас ставить. Давай. Оп! Тихо. Прямо так мечом, короче, прокололи его. Так, возьми. А, вот и штука для пианино. Штукенция для пианино. Бумага для механического пианино. Если вставить его, будет звучать музыка с бумаги. Отлично. Это хорошо. Теперь нам нужно отправляться к пианино. Жесть, да, просто? Камеры пыток такие, просто вообще больные люди здесь работали. Да, не знаю,
Я понимаю, да, там это Umbrella, да, компания проводит опыты, да. Но, блин, я не думал, что до такой степени просто больные люди здесь, что они даже просто всякие камеры пыток там пытали людей там. Дали, да, просто вот какие-то старинные такие эти все штуки. Или это уже, не знаю, сам Альфред этот больной. Так, 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 пошел. Пошел вон. Короче, мы обходной путь сделали. Да. Окей. Давай мы сейчас убираем это, убираем это, убираем это. Так, ну и, наверное, не знаю, надо брать арбалет, потому что у нас 3 патрона всего. О, смотри, там патроны еще. Но все равно арбалет надо, потому что 3 патрона. Ой, не 3, ну 20 патронов, да. 18. Ни о чем. Вот. Так, там у нас сохранка должна быть. Машинка, да, вот. И будем, наверное, сохраняться, вот. И на этом я закончу серию, дорогие друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Пишем комментарии, оставляем. Вот. Мне будет интересно почитать. И кому интересно все полное прохождение, плейлист будет внизу под видео. Вот, можете пройти и посмотреть. С первой самой серии. Но также будут ссылочки на все плейлисты. Там с первой части самой резиденты прохождения. И помимо этого еще там другие всякие игры. Может, что-то найдете для себя интересное. Вот, заглядывайте, так что в описании. Ну и с вами был Валерий.